День добрый. Сборная собралась вчера. Часть игроков приехала с турнира Мундиалита в Португалии, где мы выступили, заняли третье место. Часть игроков добавилась, скажем так, до полного комплекта. Сейчас нас 15 человек. И сегодня была первая тренировка уже в полном составе. Мы готовимся к этапу Евролиги, который пройдет в Москве, в Строгино. 28, 29 и 30 числа будут игры в 18:30. Всех желающих приглашаем на стадион поддержать сборную. Надеюсь, нам удастся порадовать всех хорошим результатом, качественной игрой. Ну, тренировка тренировкой, но только что была важная часть мероприятия с детьми. Поделись впечатлениями от этой игры. Да, безусловно, после тренировки мы остались поиграть с детишками с лагеря. Эмоции замечательные, всегда приятно участвовать в таких мероприятиях, поиграть с детьми, почувствовать себя молодым, скажем так. Поэтому футбол 15-15 вообще доставил массу положительных эмоций. Все здорово, все замечательно, дети большие молодцы, слушались, побегали эстафетки, побили в ручки. Скажем так, дали несколько азов начальных для пляжного футбола, надеюсь, им понравилось. Может быть, кто-нибудь приглянулся среди ребят, есть ли у кого-нибудь способности, как по этой игре? Есть вот высокий мальчик в штанах сборной с хорошим ударом с правой ноги, я думаю, у него есть неплохой потенциал, он запомнился. Расскажи о турнире «Мундиалит». Я так понимаю, это турнир чемпионов мира, команд, которые в разное время выигрывали чемпионат мира. Как выступила сборная, какие вообще впечатления остались? Ну, мы участвовали в этом турнире впервые. Состав «Мундиалит» вообще турнир, скажем так, проводится давно. Нас вызвали, пригласили в первый раз. Состав поехал несколько экспериментально. Мы заняли третье место, уступив Бразилии и Португалии, обыграв сборную Франции. В целом, конечно, результат на троечку. Хотелось, конечно, больше, но отдали все силы, сделали все, что могли на данном этапе, скажем так. Своей игрой доволен? И как тебе вообще в роли основного вратаря сборной? Ну, скажем так, хотелось большего, поэтому если команда заняла третье место, своей игрой тоже недоволен. Если бы были первые, тогда бы, может, сказал, что своей игрой доволен. Что касается роли первого вратаря, то, в принципе, мандража и волнения нет, все нормально. Поэтому главное, чтобы партнерам по команде было комфортно. Ну и турнир предстоящий. Какие цели, задачи стоят перед сборной, ожидания от предстоящего этапа Евролиги? Ну, цель у нас одна – попасть в суперфинал и выиграть три игры, которые будут здесь. Греция, Белоруссия, Швейцария нужно обыгрывать для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Тем более при родных трибунах по-другому мы не можем. Тем более, что наконец в Москве нормальная погода. Да, и это тоже очень важно, поэтому, надеюсь, все сольется воедино. И хорошая погода, хорошая игра, полный стадион. И, надеюсь, все будет хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо.